привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам показать свои очередные пустые баночки. И начну я вот с такого карандаша для бровей от Анастасии Беверли Хиллз в оттенке чоколад. Я его, в принципе, постоянно вам показываю как в покупках, так и в пустых баночках. Использую его на работу, очень удобный в каждодневном своем использовании. Он тоненький, здесь тоже, видите, ничего не осталось. Я не пользуюсь вот этой вот кисточкой, ну вот этой щеточкой, но те, кто пользуется, здесь она есть. Он, правда, очень быстро заканчивается, но он тоненький, удобно прорисовывать, цвет мне подходит, ну, как мне, по крайней мере, кажется. Поэтому постоянно его покупаю, потому что по цвету и по удобству он очень удобный. Когда какие-то распродажи, допустим, черные пятницы, я сразу их покупаю чуть ли там не 5 штук, и мне на год хватает. Поэтому вот они у меня будут тут мелькать, можно так сказать, в пустых баночках. Также у меня закончилась вот эта мицеллярная водичка Тен, тоже, в принципе, постоянно ее покупаю и показываю как в покупках, так и в пустых баночках. Очень удобно здесь, вот такая помпа, и я уже ее использую как последний этап завершающий. Сначала я пользуюсь другой мицеллярной водичкой, потом чем-то таким гелевым, если есть, и в конце просто уже где-то что-то, если нужно подтереть, я использую вот это. Она очень бюджетная, ее надолго хватает, поэтому, в принципе, мне нравится. И также у меня закончилась вот этот гель для душа, вот такой летний, красивый, от Avon из серии Senses Rio Cocktail. И здесь вот у нас лайм, ром, минт, и действительно здесь у нас все это есть. Хороший гель для душа, его на самом деле на очень долго хватает, и аромат действительно такого вот какой-то Мексики, какого-то Рио-де-Жанейро, назовем это так. Вот прям здесь такое лето-лето, здесь у нас очень вкусно пахнет вот этим лаймом. Советую, в принципе, хороший, ничего плохого про него сказать не могу. Также вот такой крем для рук у меня закончился от Naturally European. Очень хороший крем, прям советую вам его, особенно в такой зимний период. Он очень плотненький, он очень приятно пахнет. Здесь я покупала несколько ароматов разных, у меня вот они до сих пор еще есть, я ими, в принципе, пользуюсь на работе, и его надолго хватает, его надо совсем чуть-чуть, нужно чуть подождать, чтобы он впитался, потому что он такой, знаете, прям плотный-плотный крем, но как он вкусно пахнет. У нас вот девочка на работе их продавала, не знаю, тут видно будет, не видно, и у нас просто разбирали эти крема моментально, она их по паунду продавала, так они вроде как стоили по 7, и у нас их все разбирали, потому что они безумно вкусно пахли, классные крема, вот прям советую, если вы ищете какой-то крем на зимнее время, такой, чтобы, знаете, прям очень хорошо увлажнял и защищал вашу кожу рук зимой, то вот советую вам присмотреться к этому бренду, крема у них прям классные, суперские, повторюсь, аромат просто нереально крутой. Также у меня закончился вот такой скраб для губ. Мне он вообще не понравился, у него очень быстро становится такой противный аромат, здесь вот у нас клубника, и вот этот аромат этой клубники, он просто отвратительный становится, поэтому мне вообще не понравился. Я и вообще, если честно, не особо любительница таких средств, он у меня попался в коробочке красоты, и вот этот вот запах просто был отвратительным, так вот такая какая-то испорченная клубника. Также у меня закончилась такая маска. Я ее покупала на выставке красоты. Она рассчитана на салоны красоты, поэтому здесь такой вот большой был объем, 200 мл, и она какая-то была просто нескончаемая. Очень хорошая маска, это глиняная маска. Естественно, как и все глиняные маски, они рекомендованы для высыпаний. Она вот, вы ее наносите, и лицо пощипывает, потом маска остывает, и вы ее снимаете. В принципе, неплохо очищает, мне она понравилась, могу ее посоветовать. Конечно же, так как здесь большой объем, и если пользуетесь ею только вы, то в конце она уже подсыхает. Вот у меня тут чуть-чуть так осталось, покажу вам. Она подсыхает, и уже ее нужно, в принципе, просто разбавлять с водой, чтобы как-то ее вытянуть. Ну, пахнет, в принципе, глиной. Или же мочить кисточку.
Потому что, конечно, в сухом таком вот виде вы ее не нанесете. Она такая, знаете, как пластилин тогда становится. И еще что мне, вот один момент мне в ней не понравился, это она высыхает очень быстро. И потом даже если вот вы, допустим, наклонились, то вот эти вот засохшие глиняные частички, они постоянно осыпаются. То есть у вас, вот если вы, например, читаете и ждете, да, вот 15 минут, то маска высохнет, ну, буквально за пару минут, и потом вот все вот это вот начнет осыпаться, знаете, такая, как крошка на книгу. Вот это мне не понравилось. Или даже если вот вы просто так вот вдохнете, такого как выдох сделаете, то из-за того, что такой как легкий ветерок, да, у вас могут вот эти частички в глаза тоже полететь, поэтому вот с этим надо быть, конечно, аккуратным. Вот это мне не совсем понравилось в этой маске, но в принципе результат у нее хороший. В общем-то, маска мне понравилась, могу ее вам рекомендовать. Также у меня закончилось вот такой антиперспирант от Dove. Ну, постоянно о нем говорю. Лучший для меня антиперспирант. Также и для дочки его всегда покупаю. Не оставляет никаких белых пятен на черном, желтые пятна на белых. Защищает просто на все 100%. Супер-супер. Плюс он еще вот такой. Я люблю такие, да, не дезодоранты и не гели, а именно такие. Но здесь, конечно, смешная история. До всей ситуации в Украине всегда это было написано, сделано в России. Сейчас у нас уже и в Польше, и в... Сначала вообще просто сняли с производства, потом постоянно стало меняться. То Польша появляется, то Италия появляется, в общем, всего чего разного появляется, но, тем не менее, я рада, что его вернули на прилавки магазинов. Также вот такая маска закончилась. Я, кстати, очень люблю этот бренд, это классный очень бренд масок, но вот эта маска мне не подошла. Она с маслом ши, она мне, вот что-то в ее составе было то, что не подошло моей коже, потому что щипала кожа и долго ее держать было нельзя, то есть как вызвала мне аллергию. Поэтому ничего не могу сказать, потому что ну просто она мне не подошла, но это не значит, что маска плохая, вообще у меня прекрасные, можно сказать, отношения с этим брендом, потому что мне очень-очень нравятся их маски. Закончился также у меня вот, такое молочко от бренда Now By. Попадался у меня в коробочке красоты с витамином С. Очень неудобно его было выбирать из этой коробочки. Мне пришлось его перелить в другую баночку, потому что он был безумно жидким и просто очень неудобен в своем применении. Тут такая вот твердая такая вот баночка. Так вот все это выглядит. Приятно пахнет, так немножко кисленько. Не скажу, что здесь какой-то прям аромат сладкого апельсина, нет, здесь вот что-то такое кисленький привкус, запах присутствует. В принципе, его мало надо, он быстро впитывается в кожу. Такое легкое молочко на весну-лето, сказала бы, но я бы не купила бы. Вот в банке это просто максимально неудобное. Также у меня закончилась вот такая умывалка. Она в виде вот такой пены делалась. То есть вы сюда нажимаете, и получается, образуется такая пышная пена. Я не очень люблю такие умывалки, но слышала много положительных отзывов от вот этой ДМ, Алверде фирме. И интересно было попробовать. Если ее использовать как средство для снятия макияжа именно с глаз, вот именно тушь, то, конечно, она с этим не справляется. Такое легкое умывание она, конечно, делает. Ну, любое средство для умывания смоет, ну, в принципе, такой, знаете, пудру какую-то, то есть вот какую-то такую вот легкий макияж, назовем так. Ну, конечно же, никакие туши, ничего она такого не смывает. Как умывалка, она в принципе неплохая, она такая нежная. На зиму может быть и хорошо, но не пересушивает кожу. Приятный у нее такой аромат, но я, например, больше такую не куплю, потому что в принципе я в ней ничего не увидела. Конечно, у нее расход такой большой, ой, в смысле маленький, ее надолго хватает, но это все средства с такой вот пенообразной, когда они такую пену делают, то они, как правило, надолго такие средства, но это не мои любимые средства, и мне лично эта умывалка, ну, вообще, вот, никак, скажем так, ничего особенного я в ней не заметила. Умывалка и умывалка, просто вот, просто умывалка.
Закончился вот такой крем, он у меня попадался в коробочке красоты от Glossy Box, Nivea. Думаю, все вы знаете этот крем, и он прекрасный. Во-первых, упаковка просто супер, она очень удобная, ее удобно с собой брать, аромат мне очень нравится, какой у Nivea. И, наверное, Nivea, она столько лет на рынке, не просто так, она действительно заслужила свою славу. Хороший крем, мне он нравится, на зиму просто идеальный, он не, несмотря на то, что он такой плотный, он не перегружает кожу, он не вызывает никакие высыпания, прекрасный крем, вот мне он очень понравился, советую, он здесь и для лица, и для тела, и для рук, для всего, но я его использовала на лицо, и просто прекрасно, увлажняет очень хорошо, ничего не закупоривает, никакие поры, быстро впитывается, несмотря на то, что он такой плотный, в общем, одни пою дифирамбы этому крему, действительно классный крем. Такая вот умывалочка у меня тоже закончилась от Fresh, я ее покупаю уже не первый раз, она как раз таки для снятия макияжа, и мне она безумно нравится, очень хорошо справляется с тушью. Я ее не использую как единственный, я сначала использую мицеллярную воду, чтобы снять вот этот вот верхний слой туши, а потом умываюсь вот этой, и все, им больше мне ничего не требуется. Она прекрасно смывает, она такая гелеобразная эта умывалка, и я ее, в принципе, использую только для снятия макияжа, я ее не использую как умывалку на каждый день, и прекрасно, повторюсь, у меня был пробник, мне он очень понравился, и вот я уже купила такую версию, я ее покупала для поездки, и когда ехали отдыхать, и вот у меня осталось, я вот ее уже тут, можно сказать, после поездки доиспользовала, но прекрасное средство, как для снятия макияжа, если вот вы знаете, вам не хватает просто мицеллярной воды, то вот это вот идеально справится вот даже с какой-то плохой тушью, просто на ура. Не скажу, что она справляется самостоятельно без мицеллярной воды, или же ее нужно использовать больше, чем один раз, но если мицеллярной водой вы сняли верхний слой, то вот этого одного раза вполне хватит для того, чтобы смыть все оставшиеся остатки макияжа и той же туши. Поэтому вот ее я рекомендую, присмотритесь, вообще бренд Fresh неплохой. Последнее, что у меня закончилось, это вот такой антиперспирант от Dove Invisible Dry. В принципе, постоянно говорю о нем, постоянно его хвалю, и мне он безумно нравится. У него защита очень хорошая, он действительно защищает от пота, он не оставляет белых следов на черном, желтых следов на белом. Обожаю его. И здесь у нас, интересно, где он у нас был сделан. Так. Ну, здесь не могу найти так по-быстрому, но обычно всегда было сделано в России, но потом они стали писать там то у них в Италии, то у них в Польше. Вот здесь не могу найти, где было сделано, но тем не менее классное средство, очень его люблю. Ну и сейчас покажу вам пустые баночки своей сестрички, я уже о ней рассказывала. Ей 40, и у нее очень гиперчувствительная кожа, то есть на ней можно, скажем так, ставить эксперименты, да, потому что у нее буквально чуть что не так, сразу же все, аллергия начинается. И покажу вот ее пустые баночки, начну вот с такого средства, шампуня и геля для душа для ребенка, у нее мальчик. У него очень густые волосы, и вот этот шампунь она просто обожает, потому что они очень хорошо промывают его такие прям твердые густые волосы, они прям такие, знаете, жесткие густые волосы, и вот этот шампунь очень хорошо их промывает, здесь, кстати, вот такая вот удобная помпа. Просто она его обожает, он не щиплет глазки, постоянно его покупает, единственный минус, его здесь не купить, она привозит его из Латвии каждый раз, когда в Латвию ездит, и просто сразу же его набирает пачками, потому что здесь его не взять, но это действительно крутой шампунь для ребенка, вот если вы ищете какой-нибудь шампунь для ребенка, то можете присмотреться к нему, здесь вот видите еще такой аромат яблочка, его она в принципе постоянно хвалит и постоянно покупает. Также у нее закончилось вот такое вот средство для интимной гигиены, она его обожает, это ее самый любимый, он бюджетный, простой, раздражения от него нету, что в принципе для нее основной показатель, и уже не знаю, какая у него по счету банка, она в принципе постоянно ее покупает. Дальше у нее, давайте тут посмотрим,
Вот это вот нереально крутая маска, ей она безумно нравится, она ее покупала в Токимакси, и она прям очень-очень довольна, она очень хорошо увлажняет, питает. Лицо такое, знаете, становится как фарфоровое. Покупает она его уже не первый раз, и я его показываю уже не первый раз у нее в пустых баночках, и она вам ее прям рекомендует. Вот если вы ищете что-то крутое, и вы наткнетесь на вот эту маску, у нее такой комплект был этих масок, то прям не задумывайтесь, берите. Вот здесь у нее тоже, вот видите, две закончилось, и не удивлюсь, если еще у нее они будут, потому что она прям действительно их рекомендует, и вот прям присмотритесь, действительно крутые. Вот такие две маски для ног у нее закончились. Вот эта грейпфрутовая ей понравилась больше, она такая чуть получше, чем вот эта вот. Они в принципе все увлажняют, но вот эта, наверное, увлажняет чуть получше. Не сказать, что вау, ну такой, знаете, релакс после работы, если у вас тем более, если вы на ногах весь день, и вы хотите так расслабиться, то в принципе любую маску берите, и вы расслабитесь. Ну вот эта маска чуть получше, чем вот эта маска, хотя здесь вроде бы у нас должна быть более такая, знаете, увлажняющая, более такая, как все-таки здесь у нас и ментол. Но, тем не менее, ей она, ну, так себе не особо понравилась, но, в принципе, масочки недорогие, и какую не берите, в принципе, все норм, но, опять же, из этих двух, вот эта грейпфрутовая лучше увлажняет. Вот такая масочка у нее еще закончилась, это уже для лица, здесь тоже такая была тканевая масочка, тоже брала она ее в Токимакси, и она ее, в принципе, не поняла, это у нас от бренда Skin Republic, здесь вот у нас с темными точками, с высыпаниями какими-то, но абсолютно никакого эффекта нету, витамина С, как здесь заявлено, тоже нету, вот именно ощущение этого, да, что вы нанесли какой-то витамин С, даже вот в сауне, когда кажется, вот она использовала ее в сауне, знаете, когда кожа прям открытая, готова принять все, все просто, что не нанесете, все равно от этой эффекта абсолютно никакого не было, и больше она покупать эту маску не будет. Дальше у нее закончились вот такие вот масочки для волос от бренда Mayel, не знаю, как правильно произносится, здесь три масочки, тоже она их покупала в Токимаксе, видите, стоила наш 20 паундов, вот она купила ее за 6. Чем хорошо Токимакс? Во-первых, там абсолютно разные бренды, которые можно не встретить даже вот в каких-то магазинах, и есть возможность с чем-то познакомиться, с какими-то продуктами познакомиться. И вот эта маска, она ей очень понравилась, просто топчик, ее такое, знаете, открытие этого года. Вот просто увидите в Токимаксе, хватаете, здесь вот всего, в принципе, три упаковочки вот таких вот, ну, хватает на 4 раза, и волосы просто как из рекламы. Даже вот масла никакого не надо, просто шикарная маска. Она ее купит обязательно, если она найдет где-то еще такую маску, она обязательно ее приобретет. И вот если у вас есть возможность также приобрести эту маску, попробуйте, она прям действительно крутая. Такие патчи под глаза, в принципе, я вам показываю их уже не первый раз, хорошие патчи, они такие гелевые, хорошо держатся, такие приятные, хорошо их, кстати, положить в холодильник, но не на, вот не хранить их в холодильнике, да, а вот если вы хотите их использовать, положите вот буквально на полчасика в холодильник и нанесите, эффект будет еще лучше, будет еще такой плюс увлажнения, они бюджетненькие, покупала она их на Амазоне, повторила бы, и в принципе я их вам постоянно тоже показываю, она мне тоже давала попробовать, действительно мне они понравились, могу их точно посоветовать, вот Розатена, видите, как выглядит, на Амазоне можете брать, не бойтесь. Вот такой крем, можно сказать, от Эйсенберг. Это мужской крем, но у нее ребенок еще, в принципе, вот 14 лет ему тут вот исполнилось не так недавно. Понятно, кремами он не пользуется. И вообще, наверное, ну, в нашем обиходе в основном, даже не в основном, я, наверное, не знаю мужчину в моем окружении и в ее окружении, которые пользовались бы именно какими-то кремами для лица. Но уход его никто не отменял, безусловно, и сейчас также вот выпускают средства для ухода для мужчин. Ну, понятно, что
не в ее окружении тоже никто не пользуется такими средствами. И она, в принципе, ее использовала на руки, как крем, ну, как для крем, для рук, понятно. Хорошо, нормально, но, конечно, как мужской крем оценить ей было его сложно. Дальше у нее закончился вот такой вот сухой шампунь от Батиста. Думаю, многие знают, многие его любят, и он действительно номер один бренд, номер один во всех вот сухих шампунях. Он свою нишу, наверное, достойно занимает. Она его тоже постоянно покупает, постоянно показывает, классно, не оставляет никаких вот сухих белых, знаете, вот как будто бы перхотных остатков. Но единственное, она на этот раз решила взять с ароматом, с видите, вот sweet melon, то есть дыня сладкая, классный аромат, но он ее очень душил, и когда она его наносила, она постоянно вокруг себя ощущала вот этот аромат, и он прям ее раздражал, вот эта сладость, просто невозможно было, поэтому больше она, конечно, сладкие покупать не будет, а так средство хорошее. Ну вот кого не раздражают ароматы, можете брать, конечно, с ароматом, но вот кто не любит, когда вот прям слишком, знаете, много этого аромата, то лучше берите простой. Ее любимчик, уже непонятно какой по счету, мусс, это не совсем ее, это ее ребенка, сына. Это средство для борьбы против высыпания, то есть, знаете, такой тинейджеровский вариант. Она заходила в Дуглас, спрашивала, что бы ей могли посоветовать для подростков, и вот это прям шикарный мусс, можно так сказать, результат просто моментальный, она не дешевая, у нее очень быстрый расход, но она просто поет ей дифирамбы. Сама она его, конечно же, не пользуется им, потому что он все-таки больше рассчитан на тинейджеров, и ей лично, она его пробовала, он ей как-то вот не особо подошел, а вот для ее сына просто шикарная вещь. Вот она его заставляет моментами пользоваться, вот она видит, что у него уже сильные высыпания, ну, понятно, как и мальчик, да, они не особо любители чем-либо пользоваться, но она видит, как у него высыпания, сразу же ему напоминает о том, чтобы он взял этот мусс, здесь, видите, тоже удобная вот такая помпа, и все, вот буквально раз-два, все, высыпания все подсохли, все прошли, и нету вот этой сухой кожи. Я тоже, кстати, своему ребенку взяла, но у нее моментами, если пользоваться им каждый день, у нее начинается раздражение. То есть, возможно, это какое-то сильное, может быть, средство. Ну, ее сын, моей сестры, тоже не пользуется каждый день, но теми моментами, когда он пользуется, просто шикарное средство. Уже не знаю, какая по счету она, у нее эта банка. Она каждый раз, когда едет в Латвию, она его постоянно покупает, берет сразу несколько штук, и вот вы его будете видеть время от времени в пустых баночках. Также вот такой вот крем у нее для рук, мытья рук закончился от Тески. Это бюджетный дешевенький крем, в смысле мыло для рук, 500 мл здесь. Иногда, знаете, вот просто я, например, покупаю просто вот самое бюджетное, что есть, ставлю его на кухню, потому что руки постоянно моются. Здесь ей оно не понравилось, то есть, видите, она покупала такой, как рефил, она его заливала у себя на кухню в свои. У нее уже такой купленный специально, да, для мыла. И вот она туда заливала, ей абсолютно он не понравился, у него огромный расход, очень плохо пенится, поэтому иногда лучше, может быть, чуть-чуть переплатить, но в итоге вы останетесь, скажем так, в плюсе, потому что не будет такого большого расхода, потому что все-таки, если плохо мыло пенится, как будто бы есть ощущение, что вы как-то плохо промыли руки, поэтому вот именно от Тески она не рекомендует покупать. Есть другие бюджетные, недорогие, но они, по крайней мере, не такие ужасные, как эта Теска. Также у нее закончились три туши. Первая — иконик Милана. Такая вот у нее кисточка, ей эта тушь не понравилась, она пачкает, абсолютно ничего не делает, то есть вот вы просто прокрашиваете свои ресницы и все, если они короткие, то эта тушь просто их прокрасит, плюс причем вы, когда вы уже краситесь, она уже начинает все пачкать, мазаться, и просто ужасно пачкает она. Здесь также она еще и водостойкая, но
Вообще тушь абсолютно ничего не делает, ей она вообще не понравилась. Следующие две туши ей понравились, вот Too Faced, Better Than Sex, просто тушь нереальная. Очень красивые, пышные, длинные, пушистые ресницы. Эта тушь их закручивает очень красиво, но единственное минус, она нереального достойки, ее смыть нереально. Но для кого-то это, конечно, будет плюсом больше, чем минус. Кто-то ищет водостойкие туши, такие прям, знаете, чтобы ничего их не смыло. Вот если вы их ищете, это вот эта тушь. Кстати, тушь от Too Faced Better Than Sex мне тоже безумно нравится. Но тоже, конечно же, не водостойкие. Я вообще не люблю водостойкие туши. Но я тоже, мне она тоже подошла. И тоже подписываюсь под все слова, что действительно делает ресницы длинные, пышные. Также тушь очень-очень ей понравилась. Это просто ее вот любовь всей ее жизни. Эта тушь, вот это от MAC, ее новинка MAC Stack, с таким вот, видите, кружочком. Ресницы, они просто нереальные. Вот такая вот тут кисточка. Просто как у куклы ресницы, они длинные, пышные. Эта тушь не пачкает, не сечет. Она не дешевая, и ее хватает ненадолго, буквально на 2 месяца, но этой туши просто напоет дифирамбы, она нереальная. Кстати, мне эта тушь тоже очень понравилась, действительно, она тоже мне очень удлиняла ресницы, но у меня никогда такого не было, но именно с этой тушью у меня эта тушь вызвала аллергию. Вот смотрите, как странно, вот вроде бы у моей сестры аллергия просто на все и вся, а эта тушь ей не вызвала аллергия. У меня вообще никогда не бывает аллергии, но именно эта тушь у меня ее вызвала. Хотя я пробовала, я думала, может быть, это тени. Я даже уже, если честно, грешила на тени. Но нет, каждый раз, как я возвращалась к этой туше, она у меня вызвала аллергии. Не знаю, почему, что и как, но она действительно крутая. Вот такой вот у нее концентрат, пробничек закончился, от H2O+, Face Oasis, 8 мл был такой, очень такой неплохой, кстати, крем, он под макияж очень хорошо подходит, увлажняет, но она его не купила бы полноразмерный, потому что он, знаете, вот как основной он все-таки не подходит, ему не хватает вот именно самого вот этого ощущения крема. Он очень такой жиденький, и нужно ждать, когда он впитается, вот как раз-таки, может быть, как под макияж, как, ну, в принципе, это все-таки тритмент, да, это не говорится о том, что это основной крем, вот как тритмент он действительно неплохой. Не то, что он что-то лечит или что-то делает, но на нем действительно макияж очень хорошо держится, он такой вот, знаете, легкий, неплохой, но просто как тритмент. Использовать его как крем, а самостоятельно она не советует, потому что он такой все-таки не дотягивает до этого звания, но в принципе он и не заявляет о том, что он такой. Вот такой вот BB-крем у нее закончился от L'Oréal, Nude Magic BB крем, я помню, насколько они были популярны, здесь вот у нас 30 мл, в оттенке я, наверное, не найду уже, Medium, да, для Medium, и это был просто нереальный BB крем, он ей безумно понравился, он шикарно ложится, он просто нереально классно подстраивается под вашу кожу, он никуда не течет, он все хорошо скрывает, но при этом нет ощущения какой-то маски или не видно этой маски, или же наоборот какого-то там жирного блина, всего этого нету, все супер, она его как-то брала в поездку, то есть она поехала куда-то отдыхать и забыла тональное средство, она просто зашла в магазин, чтобы купить что-то, и вот ей попался вот этот вот BB-крем, он был недорогим, но он оказался таким классным, но потом по приезду уже, когда он у нее закончился, его, как всегда, это часто у брендов бывает, какие-то офигенные вещи, они снимают с продаж, и вот этот крем они сняли с продаж, возможно, есть какой-то другой, но нету этого, и в этом вся суть. Классный, просто, вот это просто ее открытие, это тот BB-крем, которому она поет дифирамбы, но, как всегда, лучше снимают с продажи. Поэтому, если вы где-то что-то найдете, берите, не раздумывая, но главное, конечно же, свой цвет подберите. Вот такой дневной крем Urban Vida, он вот как раз-таки по отношению к крему H2O, он очень-очень, он даже слишком жирный, он просто как такая маска ложится, даже в холодное время он оказался очень тяжелым, и поэтому она смазала его на руки, это был всего лишь пробничек в 10 мл, но вообще очень-очень он оказался для нее прям слишком жирным.
Вот такой вот у нее крем для рук закончился от Нитрогена. В принципе, крем понравился, он хорошо увлажняет, питает, он недорогой, расход у него, кстати, маленький. Но у него есть огромный минус, его невозможно оттуда вытянуть. Он, видимо, очень такой плотный, что просто это какие-то танцы с бубнами, чтобы его оттуда вытягивать. Или же его при покупке нужно куда-то переливать в какую-то другую, в смысле, ну, выжимать, да, его в другую баночку и уже с баночки это наносить, но наносить вот именно с этого тюбика просто нереально. Дальше вот такой вот у нее закончился, можно так сказать, серум для волос от Pantene. Это такой кондиционер, можно сказать, для волос. Она его брала в отъезде, знаете, вот тоже она отдыхала, вот просто она хотела купить что-нибудь недорогое, знаете, так вот зашла в магазин, взяла и взяла, а бы взять. То есть, чтобы ничего такого дорогого не было, но он абсолютно ничего не делает. Вот второй раз она его не купит. Да, он бюджетный, но смысла нет его покупать, потому что он абсолютно ее волосам ничего не делал. Лучше она возьмет что-то подороже, но хотя бы она что-то увидит на волосах. В этом же случае, ну, вообще ничего абсолютно не было. Следующая ее просто любовь, это тени от Dior, да и думаю, у многих это любовь их, эти пятерочки от Dior, здесь у нас Polka Dots, да, так, наверное, называлось, вот 536 оттенок, Escarade, так, наверное, это называлось, видите, здесь вообще ничего, можно так сказать, не осталось, кроме вот этого последнего, так скажем, оттенка, так, давайте, если у меня получится его как-то нанести, я вам его нанесу. Вот. Ну, конечно, тени Dior, что уж тут говорить, это крутые тени. Они, так, давайте, вот. Вот, посмотрите. Красивый какой оттенок. Они такие прям, знаете, в меру сатиновые. Нету никаких вот этих вот дурацких блесток сверху. Я вот обожаю вообще тени Dior, на самом деле, очень их люблю, и у меня их просто нереальное количество этих теней от Dior. Вот они тоже безумно понравились, они очень пигментированные, они не осыпаются, не пачкают века, хорошо очень держатся, не скатываются. Вообще цвета здесь были просто вот для нее идеальные, здесь и матовые были классные. В общем, классная палетка вот в этом оттенке, посмотрите, ей она вот безумно понравилась. И повторюсь, его тоже, я очень люблю тени от Dior и могу подписаться под каждым ее словом. У меня этих пятерок тоже, как говорится, огромное количество, потому что я тоже их обожаю. Так, следующее у нас что у нас тут? Вот такой вот серум для кожи вокруг глаз, вот с такой вот помпочкой. Да, тут у нас, наверное, уже да, ничего не выйдет. Такая вот от бренда Apivita. Здесь у нас 5 Activation Eye Serum получается. Ну, так, не очень он ей понравился. Он вроде бы и неплохой, но такой жидковатый. Не очень хорошо он впитывается. На дневное время у него просто нет времени ждать, пока он впитается. На ночь не хватает питания. Может быть, он больше подойдет для сухой кожи, он, в принципе, недорогой, но вот как-то для нее, для ее типа кожи он абсолютно не подошел. Дальше ее просто разочарование, это вот эта пудра от Elizabeth Arden. Сколько она не пыталась нанести ее, у нее ничего не получалось, поэтому видите, вот тут еще сколько осталось этого продукта. Здесь вот эта вот пудра, и здесь вот такая вот у нас пуховочка лежит. И эта пудра, она просто не наносится на кисточку, она очень-очень плохо набирается, она такая, знаете, как будто бы полукушен. И пробовала она ее уже нанести бьюти-блендером, эту пудру, но, опять же, бьюти-блендером вы его должны намочить, а скажем так, когда мокрое нанесение, все это скатывается, спонжиком вот таким вот тоже, в принципе, ничего не наносится. По цене она, кстати, далеко не бюджетная, поэтому ей вообще не понравилось, вот от слова совсем. То есть вот, не знаю, тут вот, ну вообще очень трудно наносится эта пудра, прям, ну вообще очень-очень
Так, вот видите, такого тут у нас оттенок. Ну, в общем, ей вообще не понравилось, потому что она такая какая-то очень... Она и не кремовая, но и не... Я не знаю, или же она очень сильно крепко вот в третьем оттенке была, спрессована она, ну вот как-то совсем не набирается, все-таки пудра, хочется ее как-то набирать кисточкой, да, или же если это у нас крем-пудра, то тогда она как-то должна наноситься тоже, в принципе, кисточкой для этого рассчитанной, или хотя бы спонжиком как-то должна наноситься. Но, в общем, ей эта пудра вообще не понравилась. Зато дальше у нее просто любовь-морковь произошла вот с этой помадой от Guerlain а-ля Parisienne. Я даже не знаю, есть ли этот еще оттенок, 263 из серии Shine Automatic. Здесь вот она единственная потеряла колпачок и не могла она ее с собой взять куда-то в сумочку, но цвет тут просто шикарный, ей он безумно нравился. Вот, посмотрите, вот такой вот красивый очень оттенок. Он такой, как будто бы, видите, бальзамный, то есть не вырви глаз красный. Он очень хорошо увлажняет, ложится просто супер на губы. И, в общем, в принципе, у этой помады одни только плюсы. Просто нереально. Но ей прям очень-очень понравилась эта помада. Дальше у нас румяна от Шантекаль, просто которым она поет дифирамбы, это оттенок Bliss Butterfly, нереально классный, видите, тут вот даже не осталось никакого кусочка, просто бомба, просто бомбище, цвет подходит всем, очень красиво ложится, очень красивый пигмент, цена, конечно, она нереально дорогая. Она, несмотря даже на то, что какая-то дикая цена у этих румян, она их купит, ей дико понравились, также приходила к ней подружка, она их попробовала, здесь вот у нас, видите, 2,5 грамма, ей тоже безумно понравились эти румяна, она тоже их, ну, по крайней мере, планировала купить, здесь такое было натеснение бабочки, и эта бабочка была немножко такая с блесточками, но буквально с первого раза это все... Блесточки эти смываются, и остается только сам оттенок. Безумные понравились, но, кстати, продаются также рефилы. То есть вы можете вот эту коробочку оставить и покупать только отдельно рефилы тогда для нее, чтобы немножечко сэкономить. Вот такая вот помада у нее. И все это потом ужасно сильно слипается. Несмотря на то, что она, конечно, бюджетная, но вот это вот слипание губ, это просто нереально. Знаете, они прям... Вот такой вот красивый оттенок, видите, да, он такой матовый, но вот ужасно-ужасно слипаются губы, просто вот невозможно, прям, знаете, такая прям так липучая, знаете, вот так вот все прям прилипает. Также у нее закончился вот такой вот айлайнер от Maybelline. Очень-очень он ей нравится, она его уже не первый раз покупает, он прям такой, знаете, черный-черный, он хорошо очень рисует, посмотрите, видите, какой черный у него, такая вот тоненькая кисточка, очень хорошо, повторюсь, рисует, он не течет, его надолго хватает, он бюджетный, но его лучше держать в вертикальном положении, потому что иначе он будет подсыхать, то есть если вы будете держать в горизонтальном положении, то его хватит буквально на месяц-полтора, а если вертикальным, то на 3 месяца его вам будет хватать, если его использовать просто, знаете, прям, ну, если его использовать на каждодневной основе. А так вот очень хороший, бюджетный, можете к нему присмотреться. Он, видите, матовый, хороший карандашик, подводка для глаз от Maybelline. Праймер также у нее закончился, шикарный праймер, безумно-безумно он ей понравился. Кожа такая становится прям как бархатная, холеная, очень красивая кожа становится, стоит всех своих денег. Она при возможности купит этот праймер, здесь вот, не выдавить вам, чтобы показать, но прекрасный праймер, он ей очень-очень понравился, и действительно, вот прям коже ничего больше не требуется вот с его использованием. Также вот такой вот крем для кожи вокруг глаз от Lancôme закончился у нее, это такой был пробничек,
Тоже он ей очень понравился. Он очень хорошо увлажняет, питает кожу. Он обязательно купит полноразмерку. Очень часто в рождественский период Lancôme делает такие комплектики, где можно купить полноценный продукт и также получить в этом комплекте множество пробничков. И вот эта их серия Genifique, она очень у них популярна. Я знаю, что у очень много фанатов этой серии и очень-очень многим, кому она нравится. И вот этот крем моей сестричке безумно понравился, и, повторюсь, она планирует купить полноразмерный, очень выгодно покупать, как раз-таки вот на эти рождественские праздники, потому что вместе с кремом можно получить еще что-то в подарок в этих рождественских комплектах. Также ее любимка, вот этот Kérastase, этот серум так называемый, тоже просто любовь на все года, она постоянно его покупает, она его обожает, это дорогой продукт, он стоит 38 паундов, хватает его примерно на месяц, то есть вот расход, конечно, и цена, это единственный минус, а так волосы легко расчесываются после его применения, это средство не жирнит волосы, волосам придает блеск это средство. В общем, классное средство, если его использовать вот буквально через день, то есть она моет голову буквально через день и пользуется вот этим средством, то, безусловно, у него очень быстрый расход. Здесь, видите, такие вот две дырочки, потому что оно состоит из двух средств. То есть это такое, как голубоватый какой-то такой лосьончик и прозрачный лосьон. И вот вы его наносите на руку, смешиваете и потом уже наносите их на волосы. Просто обожаю мое средство, она поет им, ему дифирамбы, ну да, здесь уже ничего не осталось. И, кстати, от меня лично, я обожаю шампуни от Kérastase, а нет, не от Kérastase, а Джон Фриды я обожаю, просто у них такого же цвета упаковочка. Ну, в общем, вот это средство она вам рекомендует. Здесь видите, вот вы пользуетесь шампунем, кондиционером и потом вот этим средством. Просто вот она его обожает и постоянно его покупает. Кстати, от него очень приятно, у него очень приятный аромат. Дальше вот такой вот шампунь у нее закончился от Кристофер Робин. Я пробовала от него маску, по-моему, а может и не пробовала, но слышала точно вот от этого бренда маску, именно вот эта вот их серия, такая вот, видите, как коралловая, очень много хвалебных отзывов, но вот этот шампунь она не заценила, он как-то не моет волосы, ну, такое ощущение, что он не моет волосы, потому что он не пенится, а знаете, она такая, как и я, в принципе, old school. Мы любим, чтобы, знаете, вот вы нанесли шампунь, вспенили, и все вот это средство, оно вспенилось. Может быть, это плохо, но такое, знаете, в голове ощущение, что тогда вы как будто бы промыли голову, иначе вот такого ощущения нету, и здесь из-за этого, потому что такого ощущения нету, как-то наносите вы и наносите этот шампунь, и не понимаете, так промылась голова или нет. Поэтому оно ей не понравилось вот из-за этого. Также вот такой вот спрей для волос Vella, Silvi Cream Classic, вот четверочка именно, очень ей понравился этот лак для волос, он очень хорошо держит прическу, он не склеивает волосы, не выглядят волосы какие-то жирные, он, конечно, дороговатый и тяжело найти именно четверочку, вот как будто бы другие цифры есть, а вот именно четверочки очень сложно найти, но средство классное, если увидите от Vella, берите именно четверочку, но, видимо, она самая популярная, раз ее разбирают больше всего, наверное, многим она нравится, но вот, возможно, другие цифры отличаются. Возможно, они не так держат, или же, наоборот, сильно склеивают. Также у нее закончился вот такой вот лосьон для тела, Just For You, такой пробничек, это был для тела и для рук. В принципе, она его не заценила, запах ей не понравился, он ничего не делает, он тяжело выходит из баночки, и, в принципе, ни о чем. И вот такой вот скрабик от бренда Amy у нее закончился, это такой эксфолиатор, можно так сказать, 25 миллилитров был, тоже, в принципе, особо он ей не понравился, в нем такие крупненькие скрабирующие частички были, он также был жирноватый, и после вот этого скраба требовалось дополнительное умывание, так как вот эта маска, да, скраб этот,
она, может быть, и хорошо, что она оставляла такое, как будто бы, знаете, жирное послевкусие на лице. Может быть, это и плюс, потому что не требовалось какого-то дополнительного ухода. Но вот эту вот жирность, эту хотелось смыть. Как будто бы вот не было ощущения, что вы проскрабировали лицо. Потому что, как правило, когда вы скрабируете лицо, то вы какое-то хотите, наоборот, увлажнить его потом, как правило. Потому что, знаете, все соки вытягивает у вас скраб. И, в принципе, скраб, он заявлен как? Что вы... убираете вот эти вот омертвевшие частички кожи, да, которые там где-то шелушатся, то здесь она, возможно, сразу потом увлажняет, но вот как-то такое непривычно и такое, скажем так, не совсем нравится. Ну и последний продукт, который у нее закончился, это вот такая маска от бренда Lightbear. Не слышала я такой бренд. Здесь вот 50 миллилитров. Это, я так понимаю, для минимизирования пор, то есть это для каких-то высыпаний, возможно, с каким-то подсушивающим эффектом. В принципе, ничего она в ней не увидела, особо не заценила, ну, как будто бы, знаете, маска и маска, а что она делает, непонятно, что она делает. То есть сказать, что это крутая маска, здесь вот видите, у нас написано глина, масло ши, ну вот в общем розовая вода, что кажется с таким составом, просто этой маске нужно петь дифирамбы, но нет, к сожалению, нет, маска ни о чем. Ну вот на этом все, это все ее и мои пустые баночки, всех целую, всем пока!